Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 39-е упражнение. Прочитаем задание. Работа в группе. Прочитайте слова. Прочитаем. Свет, свеча, освещение. Теперь необходимо ответить на вопрос. Близки ли они по смыслу? Выделить корень. Ответить также, в какой части слова находятся буквы Т, Щ, Ч. И какой вопрос возникает. Давайте с вами выполним задание. Свет, свеча, освещение. Слова близки по смыслу. Буквы Т, Ч, Щ находятся в корне. Возникает вопрос, почему в корне однокоренных слов находятся разные буквы? А также выделим с вами корни в словах. В слове свет корень свет, свеча свеч и освещение свещ. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.